Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как в аварии пострадала трехлетняя девочка, находившаяся в автокресле. Недолго радовались легким деньгам. Официально работаете? Нет. Судимы ранее? Да. Полицейские в Казани задержали налетчиков на автозаправочные станции. И как отличить медицинские приборы от бесполезной безделушки? Ломается у них после покупки. Потом граждане понимают, что им действительно продали некачественный прибор. Что делать, чтобы не быть обманутым распространителями? Это и не только прямо сейчас. Трехлетний ребенок пострадал в результате столкновения двух автомобилей – Daewoo Nexia и Лада 14 модели на пересечении местного проезда проспекта Имашева и улицы Лаврентьева. Девочка находилась в детском кресле, но все равно в момент аварии сильно ударилась головой. Врачи скорой помощи приняли решение о ее госпитализации. Нафиса Минясова выясняла, как такое могло случиться, ведь скорости на этом участке дороги, как правило, минимальны. Смотрела в ту сторону, там, потому что иномарку, а я его вообще не увидела. 9 часов вечера мама с ребенком ехали домой. Трехлетняя девочка в это время спокойно спала в автокресле на переднем сиденье. Все по правилам. Посмотрев направо, автоледи убедила, что ее пропускают, а вот слева выезжающую узбекскую иномарку не заметила. Водитель последний признался, что не видел автомобиль, который должен был пропустить. За ребенок приезжал, конечно, потому что виноват я. Азиз, водитель Daewoo Nexia, свою вину признал полностью. Говорит, не посмотрел и решил проехать. Расстояние небольшое. Выехал, а там в тот момент ехал отечественный автомобиль. Рассказывает, выяснять, как так произошло, не было ни времени, ни желания. На руках у автоледи плакал маленький ребенок. Признается, что сразу побежал узнать, как себя чувствует девочка и нужна ли ей помощь. Даже не говорит, что ребенок, да, у меня. Мать девочки произошедшее вспоминает почти с ужасом. Говорит, казалось бы, не такой сильный был удар, но ее маленькая дочь все же пострадала. Рассказывает, что во время столкновения просто отстегнулся ремень безопасности, держащий детское кресло. Как такое могло произойти, не понимает, ведь пристегнула дочь как следует. Во всем винит качество отечественных автомобилей. Советская машина же девочка отстегнулся от удара, видимо, сюда ударил, а ребенок с креслом не стоит. Малышку для полного обследования госпитализировали в детскую республиканскую больницу. Она получила ушиб мягких тканей головы. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, «Вызов 112». Большой груз «Скания» протаранила легковушку «Шевроле Авео» на пересечении улиц Восстания и Восход. По одной из версий, водитель фуры не соблюдал дистанцию и не смог остановиться. По-другому, просто не заметила легковушку, стоящую на светофоре. Динара Камалова расскажет подробнее. Человек не заметил просто. Водитель легковушки признается, стоял на светофоре и ждал, когда загорится зеленый свет. И тут сильный удар сзади, в него въехал большой груз. Планы поскорее попасть домой мужчине пришлось отложить. Впрочем, все могло затянуться, если бы водитель фуры сразу не признал свою вину. Не соблюдали дистанцию. Говорит, что легковушку видел, но вовремя остановить тяжелую машину не смог, не позволило расстояние. Эта авария поменяла планы и дальнобойщика. Он должен был оставить груз в Казани и поехать обратно, но время доставки пришлось передвинуть, а возвращение в Москву отложить на время оформления всех документов. Динара Камалова, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, «Вызов 112». Полицейские Казани задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях на автозаправочной станции около Казани. Все произошло еще вечером 30 марта на трассе М7. Двое молодых людей в масках врывались на территорию заправок и, угрожая кассирам предметом, очень похожим на пистолет, требовали от них всю выручку. Впрочем, некоторые сотрудники АЗС просто так сдаваться не собирались и даже дали отпор нападавшим. История ограбления в репортаже Айрата Назипова. Не маска, бандана, да? На первую АЗС налетчики забежали в районе 8 часов вечера. Угрожая предметом, похожим на пистолет, грабители потребовали от кассира всю выручку. Забрав 74 тысячи рублей, они скрылись. Но через несколько минут точно так же напали на другую автозаправочную станцию. Но один из работников заправки оказал сопротивление. Молодец, парень. Не растерялся. Тем не менее, нападавшим удалось похитить деньги. Забрав 24 тысячи рублей, они скрылись с места происшествия. Однако потратить добытую сумму им было не суждено. Сотрудники отделения по раскрытию грабежей и разбоев Управления МВД России по городу Казани совместно с оперативниками отдела полиции «Восход» в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемых и утром 31 марта задержали их в одном из домов на улице Адаратского в Казани. Задержанными оказались местные жители 23 и 28 лет. Оба уже имели проблемы с законом. Официально работаете? Нет. Судимы ранее? Да. В
квартире, где скрывались подозреваемые, оперативники обнаружили деньги по сумме, сопоставимой с похищенными, а также, по предварительным данным, пневматический пистолет. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Айрат Назипов, вызов 112. В центре Казани упал строительный кран. По предварительным данным, все произошло во время строительства административного здания комбината бытового обслуживания на улице Тукая. Многотонная конструкция рухнула на территории стройки и частично во двор гостиницы. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина падения – нарушение баланса башенного крана при опускании груза. То, что доктор не прописал. В двери татарстанцев стучатся шарлатаны, продающие чудо-приборы. С таким мошенничеством, как правило, сталкиваются пожилые люди. Любую болезнь аферисты обещают вылечить с помощью неизвестного препарата. Тех, кто теряет бдительность и соглашается купить предлагаемый товар, очень скоро ждет разочарование. Как действуют выездные мошенники, знает Анна Городнова. Красивые приборы, грамотная речь и уверение, что с помощью этого аппарата можно исцелить всевозможные болезни. Быстро и без негативных последствий. Всего за несколько тысяч рублей. Электронные источники здоровья зачастую приносят пожилым людям прямо домой и за доставку денег не берут. Но полицейские советуют, увидев на пороге человека с таким подбором качеств, не стоит торопиться приглашать его в свою квартиру. В ином случае есть риск остаться без денег. Для того, чтобы продавцы завладели вниманием потенциального покупателя, нужны считанные секунды. О том, что стали не счастливыми обладателями бесполезного аппарата, потерпевшие узнают, когда след продавца уже простыл. Ломается у них после покупки. Потом граждане понимают, что им действительно продали некачественный прибор, они попользовались, и он еще и сломался. А где его менять? Гарантия, нигде этого нет, никто его не возьмет. Действительно жалко просто так терять день Рождества. И добропорядочные, очень внимательные граждане сообщают о таких гражданах, которые вот предлагают такие приборы. Зачастую подобный обман рассчитан на пожилых людей. В своих красивых речах аферисты подкупают, как правило, дешевизной и мнимыми возможностями. В погоне за экономией многие готовы поверить в любую пользу псевдоприборов. И в итоге остаются без денег и лечения. Если какая-то существует определенная нужда в покупке того или иного прибора, лучше подойти в аптеку и там проконсультировать. Или сначала все равно обратиться к врачу. Если вам выписали определенный прибор, лучше приобрести его в сертифицированном центре, да, например, ну, в аптеке, если это какой-то медицинский прибор. Если он предназначен не медицинского характера, значит, в магазинах специализированных. Тем, кто оперативно раскусил обманщика, стражи порядка призывают немедленно обращаться в полицию. В противном случае поймать мошенника будет довольно проблематично. Анна Городнова, Айрат Назипов, Амир Залюшев, вызов 112. Медвежья услуга, неудачный спуск и оригинальный способ остановить драку. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». 7 раз отмерь, 1 раз протащи. Курьезный инцидент произошел в республике Коми. Трактор, проталкивавший снег, с дороги угодил в полынью. Вскоре на помощь к трактористу бросился водитель КамАЗа. Мужчина своеобразно оказал медвежью услугу. Автор этого видео как мог отговаривал своего приятеля от спуска по лестнице на велосипеде. Впрочем, о последствиях тот и не думал. Как оказалось, зря. Одного из котов на этом видео прозвали миротворцем. Такое звание в интернете он заслужил за то, что остановил кошачью драку. Казалось, что двух разъяренных участников уже не остановить. Они агрессивно шипели друг на друга и готовы были броситься в любой момент. В какой-то момент к ним пришел их упитанный собрат. Одним своим движением он погасил конфликт. Животные явно такого не ожидали и, видимо, даже забыли, ради чего собрались. Альбина Минибаева, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.